дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Чоловік мусить бути мужнім, він повинен бути успішним. Та чи завжди гарним? Саме про це будемо говорити з косметологиною Антоновою Наталією, яка прийшла сьогодні до нашої студії. І ми будемо говорити сьогодні про чоловічу красу, про його виразність, про те, яким він повинен бути у нашому суспільстві. Доброго дня, Наталочка. Добрий день. І ми будемо говорити сьогодні саме про ті проблеми, які стосуються чоловіків і чоловічої косметології. Ви зараз займаєтесь тим простором, який раніше був неохоплений. Це чоловіча косметологія. Вперше в Україні з'явився такий простір, де чоловік може за собою подивитися і бути доглянутим. Як це зараз працює, для чого це потрібно чоловікам? І чи запитано на сьогоднішній день усе те, що ви запланували і зробили? С удовольствием про это расскажу. Мы действительно первые в Украине, пока еще первые, организовали пространство, где мужчина может быть ухоженным, где мужчина может быть со здоровой кожей. Мы не говорим сейчас об аспектах красоты, потому что у каждого они свои. Для кого-то это красиво, для кого-то некрасиво. Но выглядеть достойно, выглядеть со здоровой кожей может каждый. И почему бы не открыть, да, такое место, где мужчина сможет прийти? Это только для мужчин. Поэтому... Мы женок очень... не пускаем. Не пускаем, да, да, да. Соблюдаем все как бы правила вот как бы конфиденциальности. Ведь у нас давно существуют барбершопы, и мужчинам это очень нравится. Но даже в барбершопах они могут встретить маму какого-то сыночка там, и так далее. Но это одна сфера, у нас совсем другая. Мы занимаемся эстетикой. Мы работаем над качеством кожи, мы убираем проблемы, которые связаны с кожей. У нас есть услуги массажей, то есть у нас чистота, стерильность, правила все асептики, антисептики, и у нас вот мы за здоровье. Мы за здоровье, мы немножко другие, мы отличаемся от барбершопов, и мы хотим, чтобы наши мужчины тоже были здоровыми, ухоженными, чтобы у них кожа выглядела красиво, ну красиво, некрасиво, а в любом случае, чтобы она была здоровой, чтобы им облегчить как бы их не домашний уход, облегчить их не, знаете, вот ведь они у них тоже много стресса, а мужчина, который все время чего-то достигает, да, ставит себе цели, достигает, вот он всегда как бы забывает о себе, главное достичь. И все-таки позаботиться о своей коже, о своем внешнем виде, да, очень приятно, что они нам доверяют. Так, ну, дивіться, що виходить? Виходить, що чоловік, він повинен все ж конфіденційно поки що, бо не зрозуміють у цьому суспільстві його, прийти і записатися в салон, так? Виходить, що він поки що приховує те, що він може займатися такою справою. Мені дуже цікаво, тому що вже якби ми відкрились після карантину, да, і я наблюдаю вже за поступленням різного возрасту мужчин. У нас різні люди, різні мужчини, у нас є совсем юні парні, у яких проблеми з кожею, да, у яких там акне і так далі. Молоде покоління, они, ну, как бы вообще, им, в принципе, все равно, кто что о них подумает и скажет. Им, как бы, абсолютно, да, ага. Им абсолютно, на самом деле, все равно. Они спокойно себе знают, и мне нравится, знаете, их подход. У них такой подход, вот они приходят, они узнают, что им надо, что им нужно для того, чтобы продлить свою молодость, что им нужно для этого делать ежедневно, что им нужно делать иногда в салоне, да. И все. И они вот со спокойной... Они заботятся о себе как бы заранее. И это очень круто. Поколение немножко постарше. У них есть такие... У нас есть интересные процедуры для мужчин. Они называются как техосмотр. Да, мы заменили слово «консультация» на слово «техосмотр». Вот, то есть они приходят, они, конечно, ну, кто-то знает, что он хочет, да, а есть мужчины, которые не знают, что они хотят. Ну, что-то они хотят. Вот, и у них такой тогда вопрос возникает. Ну, вот скажите мне, что мне надо. Вот. И как бы процесс такой консультации о том, что выяснить, что человеку действительно надо, что он будет делать, что он готов как бы в это вкладывать, сколько времени он готов на это уделить. Потому что для мужчин немножко другой подход. Для мужчин мы делаем процедуры быстрые. Ну, це скільки він може там просидіти? Може, не дві години, так? Може бути полчаса. Півгодини – це максимум. Може бути полчаса, максимум час. Ну, как бы, редко кто соглашается на двухчасовой массаж тела. Но на самом деле все достаточно быстренько. Все... И для мужчин все процедуры, мы стараемся сделать без реабилитационного периода.
То есть, когда мужчина выходит из косметологического кабинета, никто в жизни не скажет, что он что-то себе делал. Вот, вот, вот как бы вот так вот. То так есть... нормально, може, і жінкам теж треба такий підхід, щоб ніхто не знав, вийшла і нормально. А вот женщины любят между собой наоборот хвастаться тем, сколько они в себя вкладывают. Поэтому как раз-таки для женщин это не обязательная услуга. Mm-hmm. Если мужчины еще немножко кое-где стесняются, по крайней мере, они между собой не обсуждают, если они удаляют волосы на ушах, например, да, то есть они как-то, сидя в баре с друзьями, вряд ли об этом разговаривают. Если мы, женщины, да, любим, наоборот, делиться, что мы, где мы, что мы делаем, то они вряд ли об этом разговаривают. Соответственно, мужчинам очень-очень нужно выйти так, чтобы как бы все было красиво сразу. Так, ну и это же выходит, так, у них? Да. А, Наталочка, я хотела запитати, от взагалі, коли порівнюємо чоловіків, наприклад, з інших країн, так, візьмемо італійців, наприклад, це такий блиск, це видно, що доглянутість, це от все сяє, так, і ми порівнюємо там чоловіків з інших країн, ну там візьмемо, там, не знаю, там, поки що, давайте Україну візьмемо, так. Ну, переважна більшість чоловіків все ж не настільки доглянуті, якщо порівнювати їх з італійцями, наприклад, так? Да. Чому? Разница в том, что если итальянец или француз, он сам идет в косметологический кабинет, да, и дело в том, что косметология мужская есть в Европе, и косметология мужская есть в Америке, у нас просто еще как бы нет, вот мы первые, вот, то нашего мужчину нужно привести иногда за ручку. Ну, это есть такой факт на самом деле, да. Нет, есть, конечно, и категория тех мужчин, которые сами приходят, но, тем не менее, большинство, они как бы вот подходят к своей второй половинке, да, и спрашивают, дорогая, вот что мне делать, у меня тут вот, да, черные точки на носу, ну, там, или там у меня там морщина уже такая там большая уже совсем, или, или меня там высыпает что-то, что мне делать? Они чаще всего в первую очередь обращаются к своей женщине и спрашивают у нее совета, что делать. В принципе, тут ну, такой вариант. Если женщина как бы понимает, что все равно лучше обратиться к специалисту, она ничего не делает. Она звонит нам и записывает своего мужчину к нам в салон. Даже у нас есть подарочные сертификаты для этих целей. Вот. Ну, бывают такие девочки, которые сами решают как бы, да, все наладить в домашних как бы, условиях. Такие тоже есть. Они потом все равно к нам приходят. Просто, да, больше денег просто потом тратят. Ага, ясно. Вот, потому что вот, подсказать буквально нюансики такие стоят, что на самом деле мы не заставляем мужчин пользоваться там огромным количеством косметологических средств и делать там каждый день себе какие-то процедуры. Вот. То есть для того, чтобы быть, чтобы кожа была здоровой, достаточно просто там два средства дома, ну максимум три, которые они и так делают, ведь они там часто бреются, что-то еще вот, ну, умываться, умываются вот все. Ну, звичайно, так. Ну, зачем же умываться мылом? Ну, можно же хотя бы специальным средством умываться. Ну, якщо в чоловіка буде, наприклад, на пляжці написано там, що це жіночий якийсь засіб, чи він захоче ним користуватися? А тут вже друге. Гендерних відлічей особих косметика не має. То есть умывание, если оно грамотное, если оно по типу кожи, и если у женщины, у мужчины одинаковый тип кожи, оно может подходить спокойно, абсолютно спокойно. Но есть как бы и отдельные такие вот мужские линии косметики, которые, допустим, имеют определенные ароматы, больше мужские, например, анатомически кожа не имеет у нас различий гендерных, гистологически имеет. У мужчин более плотная кожа, у них больше коллагена, меньше эластина, а у нас больше эластина. У них такой хороший защитный эпидермис, но если они вот часто бреются, он истончается, и кожа становится чувствительной. У них очень хорошее кровоснабжение вообще всего лица, и в принципе... Да им просто пощастило. Им действительно повезло, но есть такой маленький нюанс. Им действительно повезло, и они гораздо дольше остаются молодыми, нежели мы. Но потом, понимаете, так вот в один момент так раз. Почему-то? Ну, потому что все равно с возрастом у нас все втрачаются. Втрачаются. Все, что им природа дала. Второе. Они же никто за собой не следит. В основном, да? Ну, побрились. Ну, бальзамчиком со спиртом обработали кожу, что тоже как бы нельзя. Ну, помылись каким-то там мылом, которое там, да, одновременно для рук, либо шампунем, либо еще. То есть, вот
такие вот маленькие мелочи, как просто домашний уход, какие-то иногда посещения специалиста, они могут продлить молодость. И кожа в один прекрасный миг не станет вот такой вот раз и старой. Але ж як прийнято у нас вважати? Якщо зморшки в чоловіка, якщо сивина, ну все це добре, все, значить, мужній? Пожалуйста. Ну, кому-то мужній, кому-то ні. Це вже, як говориться. А що, тепер чоловік повинен втратити оцю свою мужність і прийти до того, що вирівняти усі зморшки? Ні в коєму случае. Если это делает его мужним, если он на самом деле считает, что это делает его мужественным, да, не поступки, не действия, а именно морщины, пусть, пожалуйста, мы никаких морщин менять ему не будем, пусть остается с морщинами. Но, смотрите, на самом деле дело даже не в том, чтобы там морщины и антиэйджинговые какие-то, да, процедуры. Дело все в том, что все равно загорать все равно нельзя. Хоть у них и больше меланина в коже, но загорать все равно нельзя. Рак кожи никто не отменял, он как бы одинаковый у женщин и мужчин. Защищать себя защитным средством, да, как бы стоит каждому это для здоровья. Ходить с расширенными порами, с высыпаниями, с черными точками на носу. Проблемами, звичайно, для чого це потрібно. От бачите, тут культура взагалі ставлення до себе. І вона, на жаль, не сформована з дитинства. Якщо людина, чи чоловік це, чи жінка, буде розуміти, що за усім треба слідкувати і ставитись серйозно до будь-яких проблем, до будь-яких вікових проблем, якщо, наприклад, ми бачимо, розуміємо, що вже є така причина, за якою потрібно йти до фахівця, то, звичайно ж, потрібно це робити, неважливо, ти чоловік чи жінка, але свої недоліки треба виправляти. Тоді у нас все буде сформовано так, як потрібно, і ми усі будемо здоровішими. Так? На жаль, не поставлено це поки що на той процес, який повинен бути. Его немає поки що. Да, но все начиналось когда-то, да, люди уже ходят к докторам, сами себя стараются не лечить. Люди ходят к парикмахерам стричь уже волосы, да, хотя раньше тоже, наверное, да, стригли друг друга и детей стригли сами. Сейчас мы уже их отводим в определенные места. Точно так же и с кожей. Ну, как бы, если ничего не беспокоит, может быть, и не стоит обращаться. Хотя проще поддержать здоровье кожи, нежели потом исправлять проблемы. Потому что когда, вот из-за, допустим, усиленного кровообращения, а у мужчин навсегда усиленная, появляются все равно телангиектазии. Это все переходит в купероз. Так почему же, допустим, изначально не сделать такой уход, правильный, грамотный, домашний, и какой-то иногда в салоне? Для того, чтобы просто предотвратить это. Меньше просто... грошей вытратить, да, туди, да, человек, нас... и меньше часу вытратить, конечно, на себя. Конечно. Шрамы убираются очень плохо, все об этом прекрасно знают. Так зачем же ходить подростку с угрями, да, например, или самому их давить? Это очень важно. Я считаю, что родители, которые обращаются к нам в клинику, мне очень радует, что даже есть родители, которые звонят и 20-летних мальчиков приводят в клинику. Mm-hmm. То есть одно дело, когда там 14 еще лет, он до какого-то возраста, совсем маленький ребенок, а другое дело, когда даже 20-летних приводят еще родители, и такое даже есть. Потому что мама понимает, что как бы уже дальше куда? Дальше она начинает на грудь переходить, дальше начинает на спину переходить. Mm-hmm. Ну почему не пойти к специалисту, не выяснить, что можно с этим сделать сейчас, чтобы потом просто в 35 не быть весь, вот все лицо, чтобы не было в шрамах, чтобы оно не перерастало в другие заболевания. Это все заражение кожи. В любом случае, как бы это надо вовремя убирать. Так, а Наталочка, з якими проблемами найчастіше приходять чоловіки зараз до вас? От ви вже знаєте, що є вікові обмеження з проблемами, так, а можливо ще є якісь середні статистичні такі проблеми, з якими чоловікам от точно хочеться вже зараз прийти в салон? Зараз у нас дві проблеми. Перша проблема, вона якби круглий год, вторая тільки літом. Перша проблема – це повищене потоотделення. Угу. Мужчинам не нравится, когда течет со лба, когда течет с глаз, вот переносится, им это не нравится. Им не нравится, когда потеют подмышечные впадины очень сильно, стопы, ладошки. Но есть такая проблема, она есть и зимой, и летом. Это первая проблема, которую решают в косметологических клиниках. И вторая проблема – это лето, это обезвоженность кожи. Шелушение, постоянное вот это вот трение полотенцем, бритвой и так далее, чувствительная кожа, она потом обезвоживается, mm-hmm. она морщинится, она постоянно выглядит неровной, она постоянно с какими-то чешуйками, то есть кожа очень обезвоженная. Курильщики очень на мужскую кожу, ну это как бы и на женскую влияет, но на мужскую тоже кожу это очень влияет, соответственно, это и сосуды, алкоголь.
У нас есть, например, такие специальные процедуры, мы ее назвали антипохмелье, на самом деле это такая как процедура конкретно для мужчин, потому что у них бывают важные встречи, у них бывают какие-то переговоры, они потом вечером же пытаются как-то расслабиться немножко в большей дозе алкоголя, нежели дамы. Соответственно, на следующий день может быть опять важная встреча, при которой просто хочется как-то более-менее свежо выглядеть. Вот, освежить лицо можно за полчаса буквально, вот, и вечером уже блистать, сиять, ніхто ні до чого не догадається. Скажіть, будь ласка, чи є якісь рекомендації от з приводу, наприклад, тих проблем, які ви вже сказали, так, на сьогодні? Це от така літня проблема, коли дуже багато поту і треба позбутися його. Чи можна щось рекомендувати людям зробити вдома? Можливо, є якісь рекомендації? Во-первых, начнем с того, что это часто очень генетическая проблема, которая заложена генетически у мужчин, и проблема чрезмерного потоотделения. Второе, то, что принимать душ как можно чаще можно, но целый день у человека может не быть просто возможности принимать душ. Запах пота – это запах того, что мы кушаем, и запах наших гормонов. Соответственно, в принципе, если потоотделение просто как водичка бежит, да, это одно. А другое дело, когда оно имеет какой-то либо запах, естественно, желательно же тогда точно обратиться к специалисту. Эти проблемы есть. Чаще ходить в душ, средства гигиены и так далее. Но, опять же, эта проблема не уйдет. Это просто вы себе облегчаете жизнь. Пока еще это еще можно вдома сделать. Сменную рубашку носить там, да, и так далее, и так далее. Не тереть ничем лицо, не протирать, а просто впитывать, если лицо потеет, лучше всего просто впитывать салфетками матирующими. Вот. Опять же, есть домашние средства, которые просто будут матировать лицо. Лицо. І перед виходом можна нанести і почуватися вже набагато краще, звичайно. Так, тому є матіруючі спеціальні средства, це не тональні крема, нічого такого, це просто матіруючий крем, який буде немножечко зглажувати і не показувати всім, що лицо на самом деле дуже сильно потіє. Ви знаєте, ви сьогодні стільки розповіли всього, що стосується чоловіків, чоловічого догляду, що, можливо, деякі питання взагалі раніше не озвучувалися. А тепер чоловіки мають можливість бути до доглянутими. Це дуже добре, добре, що є такий простір у нас в Україні, він з'явився у нас в нашому місті, в Дніпрі, тому дуже хочеться, щоб чоловіки все ж почувалися набагато краще. Ну і, звичайно, не дуже хочеться, щоб суспільство сприймало це поки що негативно. Я думаю, скоро всі звикнуть з тим, що як чоловікам, так і жінкам потрібно бути доглянутими, здоровими в першу чергу, так? Ну, а потім, звичайно ж, і радісними, тому що якщо ми будемо здоровими, то у нашому житті все буде краще. Дякую дуже вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Бажаємо успіху вашій справі, щоб все йшло так, як вам цього хочеться. Ну, і, звичайно, щоб суспільство сприйняло ту ситуацію, той факт, що чоловікам все це теж дуже і дуже потрібно. Ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.